Мы начинаем работать в зимнее время, чтобы не терять время и своевременно сдать объект в срок. Монтаж инженерных коммуникаций, электроснабжения и перегородок. И это только часть работ, которые ведутся на объекте в селе Ромашково. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими активистами «Единой России» и «Молодой гвардии» проверил ход строительных работ в новой поликлинике. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» и отработки наказов народной программы партии. Уже мы увидели, что сделана внутренняя разводка инженерных сетей. И вот сейчас проходит отделочная работа по докладу и закуплено оборудование. Поэтому есть все основания ожидать, что 1 июня мы увидим здесь действующую работающую поликлинику на 350 посещений в день. В скором времени на объекте начнется чистовая отделка и здание подключат к отоплению. Все необходимое оборудование будет смонтировано от мебели и до выключателей. Прилегающую территорию также ждет благоустройство. Сейчас ждем положительной температуры постоянной и будут происходить работы по благоустройству прилегающей территории. С устройством малых архитектурных форм, дорожных покрытий, озеленения. Все работы выполняют согласно графику. Новое медицинское учреждение возводится в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».